А в 35-й самарской школе прозвенел 50-й юбилейный последний звонок. Белые банты, строгие костюмы, на плечах почетные ленточки выпускника, в глазах слезы. Сдерживать эмоции ребята не могут. За долгие годы учебы все здесь стало родным. Это на самом деле очень трогательно. Уходя со школы, мы выражаем свою благодарность родителям, учителям за то, что учителя нас воспитали. Школа – наш второй дом. Впрочем, без улыбок на лицах школьников в этот день также не обошлось. Положительными эмоциями заряжают воспоминания. Интересных моментов, в принципе, очень много, когда весь класс шумит, не дает проводить уроки. Да. Также пробные экзамены, мониторинги. Это все тоже очень весело, когда учителя выходят и быстро: «Ой, дай списать, пожалуйста». Сегодня в 35-й школе два выпускных класса – 9-й и 11-й. Кроме учителей и родителей, с днем окончания школы выпускников поздравил и первый зам главы городской администрации Виктор Кудряшов. Ребятам хочу пожелать широкой, большой дороги в будущее. Я думаю, что вы должны изменить этот мир. Я думаю, что вот именно вашему поколению как раз будет удаваться. Подарок сделали и тем, кто продолжит учиться в школе. В этом учебном году здесь закончился капитальный ремонт, который шел более 3 лет. Было все заменено. Мы зашли в новые стены. Более того, 2014-2015 учебные года – это юбилейный год. В школе 50 лет, поэтому у нас много праздников в этом учебном году. И этот выпуск, он юбилейный. Павел Бимаков, Константин Головин. События.